3, 2, 1. Hello to all my wonderful brothers and sisters in Russia. Приветствую вас, братья и сестры во Христе в России. This is Brett Jones from Houston, Texas. Это Брэд Джонс из Техаса, Хьюстон. And I'm delighted to be able to speak to you today. Я рад с вами делиться сегодня. The last time we talked together, I began to lay some ideas about God being a God of balance. Последний раз в моем видео я начал говорить с вами о том, что Бог, Бог, который делает баланс. Everything that God does, He in time balances things. Каждое дело Бога через какое-то время Бог принесет баланс. He created science to balance itself. Он сделал то, что есть химия и есть аналогия всякие разные, что есть баланс у нас в жизни. We are taught that for every action there is an equal reaction. Нас учили в школе, что для каждой вещи, которая произойдет, из-за этого что-то другое произойдет. As we have already talked about, the enemy came to destroy us, and the Lord came to give us an abundant life. Мы говорили в Иоанне 10, что враг пришел убить и украсть, а Иисус пришел, чтобы принести нам жизнь. The way God achieves balance in our lives is by changing us from our sinful nature. Бог принесет баланс в нашей жизни из того, что Он принесет нас из грешников в святую жизнь. Sin is our default setting. Грех — это то место, куда мы сразу идем, как человек. Humanity is largely on a self-destruct pattern with our sin. Весь человечество идет по дороге греха. So the Lord comes and breaks the cycle of sin in our lives. Иисус приходит, и Он разрушает этот грех в нашей жизни. And He does this so He can begin a new work in us. И Он это делает, чтобы Он мог начать новое дело в нашей жизни. I want you to know the things you're facing are often temporary. Я хочу, чтобы вы знали, что те вещи, которые происходят в вашей жизни, они чаще всего временно. But the deliverance of God is permanent. А свобода Бога, она навсегда. Let's look at a verse of scripture. Давайте посмотрим Библию. Paul wrote to the church in Corinth, and in chapter 5, verse 17, he said, "If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, and all things are become new." Апостол Павел писал в церкви Коринфяна, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новый тварь. Древнее прошло, теперь все новое. And verse 18 says, "All things are of God, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ." И 18 стих, "Все же от Бога, Иисусом Христом, примиривший нас с собою и дававший нам служение примирения." The way we have been reconciled to God is by the balance that Jesus Christ has put in our lives. Он принес это служение примирения в балансе нашей жизни с Христом. We have our sin on this side. С одной стороны, есть наш грех. And we have the blood of Jesus on this side. А с другой стороны, кровь Иисуса Христа. And if we accept His sacrifice for us, если мы возьмем для себя Его кровь, then it balances our lives. Да, наша жизнь будет баланс. We can remember being a sinner, мы можем вспоминать то, что мы были but it no longer rules us. Но это больше не царствует над нами. Because of the blood of Jesus Christ. Из-за крови Иисуса Христа. Notice that He creates a balance in our lives. Если вы замечаете, теперь приходит баланс в нашей жизни. He calls this the ministry of reconciliation. Он называет это служение примирения. I'm not sure if the word translates the exact same way in Russian, but we use the word reconcile to balance things. Я не знаю, если также переводится слово примирение с английского на русский, но в английском мы используем это слово для того, чтобы баланс принести во что. That means to make things consistent. Чтобы был какой-то одинаково в этом. If you spend money from your bank, если вы тратите деньги со своего банка, and you called the bank on the same day, и в тот же самый день позвоните в банк, and asked them what your balance was, и спросите, сколько у меня денег осталось, they wouldn't have a right answer. У них не будет правильный ответ. Because you have just spent money an hour earlier. Потому что только час до этого
использовал деньги. And they don't have a record of it yet. И они еще, может быть, не получили. So it's your responsibility to reconcile your account. И это вы должны уже потом принести какое-то примирение в свой баланс. You have to say, I spent this, I have this, this is the balance. Вы должны знать, вот у меня сколько было, вот сколько я истратила, теперь вот какой баланс остался. So we don't just take the bank's word. Мы не можем просто взять слово банка. And neither do we just take what we see in our pocketbook. Но тоже нельзя просто смотреть, что у меня в кармане. We have to balance the two. Надо взять то и другое и принести баланс. That's exactly what we do in our lives as Christians. И мы тоже самое делаем в нашей жизни как христиане. We take the sinful nature that we fight. Мы берем тот грешный человек, the который great, был. The great deliverance that Jesus bought for us. И тот великий свободы, который Иисус купил для нас. And while we may remember our sin. И пока мы еще помним наш грех. It's no longer weighing heavy on us. Этот грех больше не весит на нас. The Lord Jesus has created a balance. Потому что Иисус принес баланс. I hope over the next few days I get to speak to you about balance. Next few times we talk about balance. Мы будем продолжать говорить о балансе в следующих видео. God's great blessings be yours. Великие Божьи благословения вас. Have a wonderful day. Хороший день вам.